приезду египетской сборной по футболу, которая примет участие в чемпионате мира 2018, власти Чеченской республики подготовили всю необходимую инфраструктуру. Пусть Грозный и не является городом, где пройдут матчи в рамках этого крупнейшего в мире футбола соревнования, но именно этот город египетская сборная решила сделать своим опорным пунктом во время чемпионата. Члены команды прибудут в Чечню 10 июня. В составе сборной знаменитый ливерпульский бомбардир Мохамед Салах, уже оправившийся от полученной им недавно травмы плеча. Спортсмены будут жить в роскошной гостинице, выдержанной в традиционном ближневосточном стиле, в полукилометре от стадиона имени Героя России Ахмата Кадырова. Директор стадиона Магомед Мацуев подтвердил, что перед приездом сборной был полностью обновлен газон на игровом поле. Власти также подготовили и медицинское сопровождение тренировок, включая стоматологическое отделение местной клиники на случай непредвиденных обстоятельств.